Весь день практически ездили по городу Хабаровску, посмотрели поликлинику в прибрежном микрорайоне, всыпали как следует подрядчику местному, опять же, не московскому какому-то, не владивостокскому, а местному хабаровскому предпринимателю, у которого на объекте вместо 80 рабочих 50 работают. Вот, поэтому поликлинику будем строить по графику, нагонять, я буду это контролировать лично. По дороге заехал на Салтыкова-Щедрина 1. Это дольщики, я увидел через Инстаграм их обращение и, надо сказать, был очень удивлен состоянием дел. Компания «Диалог», 800 дольщиков, просто проект брошен, уголовные дела заводились, потом доходили до суда, там какие-то странные решения. И опять все это ложится на нас.